світло починає свою роботу на 7-му телеканалі. З вами Тетяна Милимко. Доброго дня. Давайте привітаємо гостей наших сьогодні. До нас прийшли Козак Кароліна, терапевт Одрексу, Шмуратко Юрченко Олександра, сімейний лікар Одрексу. Поговоримо ми на тему, куди зараз без сімейного лікаря та що з вакцинацією від COVID-19. Доброго дня. Говоримо багато, в принципі, і про сімейних лікарів, і про вакцинацію. Все одно тема залишається актуальною та не розкритою повністю. Отже, які послуги можна отримати за декларацією сімейним лікарем? Давайте нагадаємо ще раз. Смотрите, заключив декларацію, ви можете получати постійне наблюдення динамічне своїх хронічних заболівань у сімейного врача, лечення найбільш розпространених заболівань, травм, операцій, динамічне ведення фізіологічних состояній, получати консультації относительно здорового образу життя, каких-то дієт, каких-то біодобавок. Ви можете також получати, к сожалению, если такая есть необходимость, паллиативную помощь у своего семейного врача, направление электронные к другим специалистам, более узким, электронные рецепты по программе «Доступни лики», а также больничные, справки, все это тоже входит в понятие декларации. Также по декларации можно получить бесплатно общий анализ крови, мочи, определение уровня холестерина, глюкозы, также тесты на беременность, экспресс-тесты на ВИЧ, гепатиты, сифилис, кардиограмму сделать и провести антропометрию, измерение артериального давлення. Все це в рамках декларації буде безплатним. Добре, а що треба зробити? Прийти до лікаря сімейного, принести якісь документи? Ви приходите к сімейному доктору зі своїм паспортом, зі своїм ідентифікаційним кодом, берете з собою телефон, тому що на нього приходить смс-ка з паролем секретним, да, который вам нужно будет назвать. И все, декларация заключена. Чи є різниця, з ким укладати декларацію? Терапевт чи сімейний лікар все ж таки? І чи вирішує терапевт той же спектр проблем? В принципі, підписувати декларацію можна з трьома спеціалістами. Це сімейний врач, педіатр і терапевт. Отличие только одночасно? В своєму діапазоні. Ні, з одним треба вибрати кого-то одного, нельзя так. Всіх сразу. Терапевт – це більш узкий спеціаліст, так як він веде исключительно людей старше 18 лет. Поэтому, если у вас есть дети, возможно, стоит подписать декларацию с семейным врачом и всей семьей быть у него на попечении, так сказать. Если у вас семья из взрослых людей старше 18, наверное, предпочтение можно отдать терапевту. Зачастую терапевт – это врач стационара, который имел опыт работы в нем или же, допустим, имеет до сих пор. Я работала в стационаре, поэтому такой опыт имею. Если будут какие-то вопросы, можно уточнить по поводу и госпитализации, и направлений. Это все мы умеем и знаем. Взагалі, поясніть, будь ласка, яким чином працює медична реформа? Чи має бути первинна консультація з сімейним лікарем в обов'язковому порядку, так, з будь-яких питань? Чи все ж таки можна вже йти до вузького спеціаліста? Изначально ми, як врачи первичного звена, можемо оказати допомогу ту, которая в нашей компетенции. Это все вопросы общие, то есть повышение давления, какие-то сердечные заболевания такого легкого характера, начальное проявление бронхиальной астмы, какие-то легочные заболевания, заболевания щитовидной железы, других эндокринных органов. В принципе, любые вопросы, они могут быть оговорены с терапевтом или семейным врачом. Если мы уже чувствуем, что нужен более узкий специалист в данной какой-то направленности, мы даем направление к тому или иному узкому специалисту. Вообще, в идеале реформа предполагает такой подход, что семейный врач это должен быть не просто, как раньше там было, например, участковый терапевт, там сидел человек, который раздавал направления, там тебе на анализы, тебе туда, тебе сюда, только разойдитесь от меня все. В идеале семейный врач должен быть тем барьером, на котором человек остановится, и ему не будет необходимости идти куда-то дальше, он получит квалифицированную помощь уже здесь. То есть, если, например, и человек не должен как бы сам изначально идти сразу на вторичный этап помощи. То есть, например, человека болит голова, он пойдет куда? Там, например, к невропатологу. Но голова, например, чаще всего может болеть от повышенного давления. И с этим может справиться семейный врач. То есть семейный врач должен во-первых, уметь решать вот эти вот вопросы, самые распространенные, а во-вторых, уметь понимать, нужна ли здесь вторичная помощь, или можно справиться самостоятельно. Ну, добре, ви говорите про те, що сімейний лікар
лікар краще, аби один раз і на все життя, так, але все ж таки, ну, буває таке, що не склалося, як в житті, в принципі, так. Що робити далі? Чи може взагалі людина відмовитись від сімейного лікаря? Як вона має це зробити? Вона може прийти до іншого, сказати, так, давайте, хочу тепер, щоб ви мене лікували, хочу вам розповідати про все. Чи може так зробити? Чи має попередньо все ж таки розірвати стосунки, так, документи якісь офіційно із попереднім сімейним лікарем? І чи може сімейний лікар відмовити? Теж пацієнт може не сподобатись. Чи якісь інші обставини, не обов'язково, ну, там, симпатія? Декларація сімейним врачом – це не свідчення о браке, поэтому в суд йти, щоб її розторгнути, не потрібно. Просто, якщо вдруг как-то так сложилось, ну, не совпали у вас как-то характери з сімейним доктором, вийшла какая-то там ситуація, или просто ви нашли вот того самого, то я думаю, що предыдущий ваш доктор не буде в обиде, ви йдете просто к новому, і при заключении декларації старая розривається автоматично. Mm-hmm. Тобто нічого, нікуди ходити, по всем кругам ада не надо, вы сразу приходите и за один день решаете этот вопрос. Чи є якісь планові огляди у сімейного лікаря? Потрібно навідуватись на консультацію раз на рік чи частіше взагалі? І доктор також може відмовити, так? Я так розумію. Пацієнту чи не, ну, чи не вообще має такого отработанного механізму отказа нет, і в принципі доктор, ну, сейчас може отказать только в том случае, если у него нет свободных мест для заключения декларации. То есть если он набрал свой лимит и, ну, просто уже некуда взять ещё человека. Ну, а так, в принципе, я не вижу как бы никакой проблемы, ну не нашли контакт, ну, человек может спокойно уйти к другому врачу, то есть отказывать. Доктор отказать не может. В любом случае, да. Выбирает пациент. Пациент может выбрать доктора хоть 100 раз, он может поменять их хоть каждый день, месяц, да, да, хоть каждый день менять, пока не найдет того, которого он, может, почувствует. Какую-то любовь, не знаю. Ай, весна, все одно. Все одно. Навіть на медичну тематику ми говоримо, романтизуючи трішечки. Так іначе. Так і є. Тобі нікуди, навіть здесь. Ну, давайте повернемося, так, чи є якісь планові огляди вже до цього питання у сімейного лікаря, чи треба навідуватися раз на рік обов'язково, навіть якщо нічого не болить, так? Программа НСЗУ, она подразумевает под собой плановые осмотры, в том числе вот эти вот плановые бесплатные анализы, замерение давления и даже кардиограмму сердца. То есть человек раз в год однозначно может пойти в качестве медосмотра, допустим, по работе или для себя любимого, все это пройти. Вы можете получить и помощь специалиста, допустим, своего семейного врача-терапевта. Он вас отправит на более какие-то подробные методы исследования по необходимости. Но базисный анализ крови, то, что мы говорили, общий анализ мочи, общий холестерин, глюкоза, кардиограмма, это все можно получить раз в год однозначно и по требованию, если есть в этом необходимость, допустим, какое-то РВИ внеплановое или любая, в принципе, другая внеплановые ситуации. Ну, в любом случае остаются ситуации, когда вот такие вот плановые осмотры должны быть обязательно, 100%. Не потому, что захотел, не потому, что решил провериться. То есть, как минимум, это при наличии факторов риска, которые касаются сердечно-сосудистых заболеваний, которые касаются риска развития сахарного диабета, онкопатологии, например, рака молочной железы или колоректального рака, рака предстательной железы. То есть, это такие случаи, когда люди там, ну, в зависимости от, конечно, патологии, но в основном это 40+, категория. 40+, 45+, в зависимости от группы заболеваний. Вот, когда действительно там раз в год или два, опять же, все подбирается там по факторам риска, должен вот железно прийти к своему семейному врачу и провериться на определенные там исследования. Так, зрозуміло. Говорили спочатку багато про COVID-19, зараз вже ми говоримо і про пост-COVID. Так, да. Постковідний синдром, він теж актуальний і теж болючий, як виявилось. Чи треба до сімейного лікаря чи терапевта звертатися із цим взагалі? І що треба говорити, так, як себе поводити? Чи одразу ж до спеціаліста? Так? Обов'язково необхідно звертатися до своєму сімейному врачу, терапевту. Постковідний синдром, він ще називається міжнародної практики лонг-ковід синдром. Это симптомокомплекс, который, к сожалению, возникает часто у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. Даже если вы перенесли ее в легкой степени тяжести, особо и не заметили,
такие симптомы, как общая слабость, недомогание, повышенная утомляемость, какое-то нехорошее самочувствие, они могут быть с человеком после выздоровления формального. Я уже не говорю о том, что есть средние и тяжелые степени тяжести коронавирусной инфекции, когда человек перенес большую пневмонию обширную, у него была дыхательная недостаточность, тогда, конечно, и одышка, и кашель, и повышение температуры, они могут присутствовать длительное время после выздоровления. Проблемы психологического характера, неврологического, они тоже могут возникать на фоне перенесенной инфекции. Даже бывают случаи возникновения панических атак, которыми ранее человек не страдал в принципе. Тревожность, раздражительность, с этими всеми проблемами нужно обращаться, можно и нужно обращаться к врачу первичного звена. Мы поможем разобраться в этой проблеме более подробно и, опять же, по необходимости какой-то направим к узкому специалисту. Но зачастую это не нужно. Все достаточно легко проходит самостоятельно. Пациента бывает иногда нужно просто морально настроить, успокоить, дать понять, что он такой не один в хорошем плане, что многие люди столкнулись с данной проблемой и успешно преодолели ее. Щодо вакцинації, чи варто її чекати? Звісно, вакцинація вже, всі, мабуть, знають, що вже йде повним ходом, вже пішла активно прививатися перша лінія, тобто це ті, хто непосредственно працює з ковід, ну, також зробили можливість прививатися лідерам общественних мнений. Ви вже щеплення робили, так? Да, так, я вже привита, вот, все пройшло замечательно. Вот. Я считаю, что на данном этапе, когда есть такая вот неприятная болячка, которая, извините, уже больше года держит планету в напряжении, это и кроме того, что материальные и потери со стороны здоровья, так это еще огромные экономические потери и нет никакого конкретного лечения, то есть это большая проблема. И вакцинация это действительно тот метод, который способен остановить вот это вот развитие, задавить эту коронавирусную инфекцию на корню, грубо говоря, окружить ее кольцом коллективного иммунитета. Поэтому это все в наших руках, и каждый может внести свой маленький вклад в это такое большое дело. Защитить, опять же, бабушек, дедушек, для которых это может быть смертельно, и часто так и происходит. Защитить тех, кто не сможет получить прививку ввиду, там, например, какой-то иммуносупрессии или тяжелого аллергического заболевания на компоненты вакцины. То есть все в наших руках, и я считаю, что каждый взрослый, сознательный человек должен это решиться и читать только информацию из доказательных источников и не вестись на всякие глупые фейки. Расскажите, какой механизм дії взагалі цієї вакцини, як вона працює? Я считаю, что лучше рассказать вкратце по поводу механизма действия, чтобы всем было понятно. В принципе, любая вакцина, она подразумевает под собой выработку иммунитета, да, ну, грубо говоря. Мы вносим в организм чужеродный агент, в данном случае ослабленный коронавирус, который является специфическим антигеном, который наносится на другой вирус, допустим, аденовирус. Такая практика вакцинации существует, она наиболее часто применяется. Когда этот агент инфекционный вносится в организм, человек вырабатывает антитела. То есть вырабатывает свои иммунные силы, свою защиту на данный инфекционный агент и получает неподверженность, допустим, заражению именно этим вирусом. Конечно, любая вакцинация, она не стопроцентная. Человек может заразиться, человек может перенести в более легкой форме. Но, опять же, вакцинацию лучше перенести, перетерпеть даже какие-то возможные побочки, хотя их немного, это могут быть повышение температуры, ну, в принципе, какие-то стандартные проявления локального характера, боль, покраснение в месте инъекции, и потом жить уже более уверенно и спокойно, что он сделал все для того, чтобы минимизировать вот эти вот проблемы. Знаєте, сьогодні багато дискусій з приводу вакцинації від ковіду, так, і не тільки. Це ще додається до тих планових вакцинацій, які існують. Розкажіть про них, будь ласка, їх же теж ніхто не відміняв, правильно, як правильно вакцинувати дітей за календарем, так, чи ні. І дорослі, вони ж теж
мають робити щеплення? Звісно. Календар прививок, він содержить в собі розписаний как бы, графік введення вакцин від найбільш розпространених і найбільш опасних в дитячому і в більш старшому віці інфекційних заболівань. Там розрахована мінімальні інтервали введення, інтервали, по которым вводятся эти вакцины. Вот. И забыла, как по-русски это слово, дотримання календаря прививок, очень важно для формирования действительно адекватного, мощного иммунитета, который будет защищать вашего ребенка, в дальнейшем уже взрослого человека. Вот. А что касается непосредственно взрослых, то обязательным является ревакцинация каждые 10 лет, начиная с 26 лет, то есть 26, 36 и так далее до конца, как говорится, ваших дней. Прививка от дифтерии и столбняка ослабленным анатоксином. Вот. И также, конечно, если вы во взрослом возрасте и не знаете, были ли у вас какие-то прививки в детстве, если вы не можете найти свою детскую карточку или никто не может вам рассказать, то лучше пройти этот путь заново. То есть это не повредит вам, это наоборот будет полезным, и вы будете знать, что вы 100% защищены, вы 100% не принесете это своему ребенку, который, может быть, еще не привит, потому что его еще срок по календарю не пришел. Вот. Поэтому плюс также имеются вакцины, которые не являются обязательными, но являются рекомендованными. Например, вакцина от пневмококковой инфекции для людей с заболеваниями легких, например, или пожилых людей. Она достаточно актуальна. Вакцина, например, от ветряной оспы, которая, если вы в детстве не болели, то во взрослом возрасте очень актуально привиться, потому что в взрослом возрасте это заболевание переносится очень тяжело и вполне может быть смертельным или принести за собой тяжелые инвалидизирующие последствия. Вот. Также из таких вакцин, которые вот сейчас пересматриваются, сроки их введения во взрослом возрасте, и рекомендуют вакцину от папилломавирусной инфекции для профилактики генитальных форм рака. То есть много вариантов. Но АДСМ – это железный для взрослых. Все остальное уже обсуждайте со своим семейным врачом и не бойтесь прививаться. Так, зрозуміло, але зараз ще є такий період, весна, перехід з одного сезону в інший, і є багато респіраторних різних захворювань, і до ковіду, так, і ми вже взагалі перелякані, налякані. Це зрозуміло, і можливо, це на краще, коли є такий страх трішечки, але те, що занадто, це теж не дуже. Так, як відрізнити все ж таки звичайний ОРВІ, тест, напевно, так, ви зараз кажете, і в безпеці себе тримати, що їсти, що робити, аби не підхопити ані нежить, ані якусь іншу хворобу? В любом случае, первое, что мы должны понимать, сейчас мы находимся в период активной эпидемии коронавирусной инфекции, и ОРВИ немножко отступили на второй план, но они никуда не исчезли. То есть не любая простуда, не любой насморк, кашель, какое-то першение является коронавирусной инфекцией. Это может быть банальной какой-то простудой, переохлаждением и не требует особой какой-то терапии, как, в принципе, легкая форма коронавирусной инфекции, но об этом более подробно на приемах, если будет необходимо, мы расскажем. Что нужно делать? В первую очередь, это маски. Как это банально не звучит, особенно в общественном транспорте. Больно смотреть на то, как люди ездят без маски, практически голые. Мы уже привыкли друг друга видеть. Или на подборинде такие. Да, или на подбородке. На подбородке это хотя бы показывает, что маска в принципе существует у этого человека. Одна на несколько месяцев, наверное, не меняется. Маска – это первое. Второе – это мытье рук, конечно же, антисептики. Этого сейчас всего достаточно, предостаточно в наличии в любом магазине. Также не касаться руками носа, глаз, губ. Ни в коем случае не доносить эту инфекцию до своих слизистых оболочек. Это первое. В общем-то, этого достаточно и от коронавируса, и от любой вирусной инфекции, которая передается именно респираторным путем. Не кашлять друг на друга. Если необходимо чихнуть, то чихнуть в сгиб локтя, не трогать дверные ручки и потом нести руки к лицу. Ну и, конечно же, правильное питание, богатое, в принципе, витаминами.
Це яке нормальний, навесні? Нормальний раціон, просто іміть. Кушать м'ясо, кушать овочі, фрукти. Даже шоколад чорний полезен. Тут багато різних є способів себе уберечь. І для цього не потрібно бути яким-то обізнаним чоловіком в цій сфері. Вот. Треба знати трішечки Бродського, да? Не виходи з кімнати, не совершай ошибку. Да, примерно так, примерно так. Ну, в принципі, можна виходити, але насправді це дуже прості речі. Я сподіваюся, що за цей рік вже багато хто навчився. І без карантинних обмежень, мені здається, що ми маємо це робити, так, аби не захворіти. Щоб обезпечити себе і своїх близьких в першу чергу. І все ж таки, от ви говорите про те, що має бути багатий раціон, а я не можу собі уявити, який він має бути навесні. Коли немає яблук сезонних, угу. Так, вони є, в принципі, там щось у магазині. У магазині сьогодні все є. Але там ще й віск зверху і багато чого іншого, аби вони трималися. Тобто вони ну, не з дерева, прямо от, як у серпні. Так, да, звісно, в будь-якому випадку. Я вважаю, що краще з'їсти таке яблуко, предварительно його хорошо помив, ніж не з'їсти ніякого. І питатися тільки, допустим, на какой-то безовощной, безфруктовой диете. Это неправильно. Если человек будет употреблять тоже, допустим, мясо, не обязательно покупать какие-то там филе миньоны, вырезки, правильно? Банальные продукты, которые мы употребляем каждый день, которые стоят, в принципе, не так дорого. Просто в рационе должно быть все сбалансированное. И рыба, и мясо, молочные продукты, овощи, фрукты. Злаки, каші, так? Да, 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 конечно. Все це має бути так. І без тістечка бажано. Шкода. Іноді можна. Ну, якщо дуже хочеться, то все можна. То можна трішечки так. А як зміцнити імунітет? Сьогодні ми бачимо багато реклами, імуностимулятори і таке інше. Чи можна загартувати імунітет? І взагалі, чи не буде це поганим? Я знаю, що, в принципі, можна перекачати імунітет, і теж це не дуже добре, так? Ну, смотрите, більшість всіх імуностимуляторів, всіх препаратів, які обіцяють сформувати вам крепкий імунітет, це все ерунда. Тобто, вони не мають ніякого доказательной базы, не доказали никакой совершенно своей эффективности, и по большому счету пользу от них получают только фармкомпании. Вот. Иммунитет – это не мышца, ее прокачать нельзя. Но если вы будете вести здоровый образ жизни, то есть о том, о чем говорила Каролина, что касается рационального питания, я бы добавила еще высыпаться, потому что крепкий, здоровый сон минимум 8 часов в сутки – это очень важный момент сохранения здоровья. Также очень важно иметь физическую активность в достаточном количестве. То есть минимум 30 минут в день, но это вообще ну, 100% должно быть. Наверное, просто идти, пройти. Да, пройтись, но пройтись в таком темпе, чтобы нельзя было разговаривать. То есть чтобы была такая легкая запыханность, mm-hmm. То есть, чтобы сердце учащалось, вот, это уже будет физическая активность. Это просто, доступно и не так дорого. То есть не надо идти там куда-то в суперспортзал, вот просто выйди, проходи, походи по парку час. Ты уже занялся ну, какой-то активностью, каким-то спортом для себя. Это уже будет польза. Вот. И вот эти вот деньги, которые люди с удовольствием тратят на всякие, которые сейчас очень много продается в аптеке, которые все в красивых упаковочках. Я считаю, что лучше купить вот то яблоко, о котором вы говорите. Пусть это будет хоть 100 раз покрыто воском, но от него будет пользы намного больше, чем от вот этих вот препаратов, которые помимо того, что там нет никакого действующего вещества эффективно, они же содержат еще всякие вспомогательные, которые могут принести даже вред. Поэтому здоровый образ жизни, спорт, прогулки на свежем воздухе. И много воды. Вода, естественно, это входит в понятие нормального питания. То есть вода, питание, это все в туда. Вот. Ну и позитивный настрой, это тоже очень важно. И поменьше самолечения и препаратов там, где их не надо. Необоснованное назначение, это совсем нехорошо. Наші люди, к сожалению, этим немножко страдают. Доктор Гугл, тому що є. Він рекомендує за часто вітаміни вживати. Як ви відноситесь? Мультивітаміни там чи якісь спеціальні там B6 і ще щось. Як ви відноситесь до вітамінів? Тому що навесні, здається, от немає того яблука з дерева, немає там чи ще чогось, так, де ми зазвичай беремо ці вітаміни. Чи треба хімічні приймати? Ну, поливітаміни, вітамінний комплекс – це не найбільше зло, якими злоупотребляють наші люди, пацієнти. В принципі, нічого плохого в цьому немає.
но и необходимого тоже ничего нет. Если человек будет правильно питаться, более-менее соблюдать какой-то режим, все то, о чем мы говорили, ему, в принципе, будет всего хватать. Если рассматривать опыт, допустим, других стран, там есть сапплементированная пища, допустим, с добавкой витамина D к молочным продуктам для лучшего усвоения кальция. Это могут быть йодированная соль туда же, да, допустим. Если человек будет принимать хотя бы вот это в своем рационе, уже будет очень хорошо. И никакие поливитамины, витаминные добавки без необходимой на то причины, да, каких-то показаний медицинских, не необходимы. Есть группы риска, допустим, по витамину D, который сейчас очень популярен. Это девушки, дамы, женщины в постменопаузальном периоде. Это беременные девушки, это люди с какими-то хроническими заболеваниями, в принципе. Ну, и другі групи риска. Дітки до це можна чи не можна? Чи можна. Можна. Можна і треба. Так. Да. Но, опять же, самі нічого не назначайте. Лучше сходите на прийом к спеціалісту, тим більше, що це безплатно. Вот. Вот і обсудите всі ці питання, вам подробно скажуть, що можна, що потрібно, на чому можна зекономити, допустим, із лікарств, на чому не можна. Тобто дадуть якусь комплексну програму оцінку здоров'я. Дякую вам дуже, дуже корисні поради, насправді. Дякую. І хочу нагадати, в гостях у нас Козак Кароліна, терапевт Одрексу та Шмурадко Юрченко Олександра, сімейний лікар Одрексу. Поговорили ми про те, куди зараз без сімейного лікаря, а нікуди. Та що з вакцинацією від COVID-19? Ще раз дякую вам. Це була програма «Світло» на 7-му телеканалі. Провели його з вами Тетяна Милимко. Бережіть себе та своїх близьких.